Здравствуйте, меня зовут Владимир Калабин. Я представляю вашему вниманию том видеоэнциклопедии йоги номер 13. Укрепление суставов лодыжек, коленей и тазобедренных суставов. Вначале мы с вами разомнемся. Присаживайтесь так, чтобы именно правая коленка была направлена вверх, левая нога была поджата. Если вам тяжело сидеть в этом положении, облегчайте до такого положения. Ну, а дальше я не всегда буду давать облегчающие варианты. Вы как можете, используя свой здравый рассудок, облегчайте, либо усложняйте себе задачи. Итак, левая нога поджата, правая коленка поднята вверх. И начинаем мягко массировать правую коленку. На вдохе мы чувствуем правую руку, на выдохе левую. Правая коленка вверху, правая ладошка вверху, левая внизу. Концентрация внимания такая же. Вдох правая рука, выдох левая. Правая снизу, левая сверху. Вдох правая, выдох левая. Теперь не привязывайтесь к дыханию, три раза по бокам, потом право сверху, лево снизу и наоборот. Постепенно гасим движение и меняем ноги местами. Массируем левую коленку, на вдохе мы чувствуем левую ладошку, на выдохе правую. Левая ладошка сверху, правая снизу. Вдох левая, выдох правая. Левая снизу, правая сверху. Вдох левая, выдох правая. И не привязывайтесь к дыханию. Три раза по бокам, потом левая сверху, правая снизу. И левая снизу, правая сверху. Постепенно заканчиваем гасить движение, и левая нога подтягивается к себе, присаживаемся с прямой спиной, с правой ногой поближе к телу. Спина ровная, следим за этим. На выдохе голова до упора вниз, он на вдохе не запрокидывается назад, но лицом тянемся вверх. Так несколько раз. Влево-право. Вдох посерединке, выдох в одну из сторон, и в конце выдоха немножечко напрягаем мышцы шеи. Подбородок вниз. Ставим лодыжку вниз и чуть в одну, чуть в другую сторону. Продолжаем движение в одну сторону, посмотрим в сторону. Потом опускаем голову и смотрим в другую сторону.
ровно. Уход то к одному плечу, то к другому. Вниз. И уход то к одному плечу. Ровненько. Ноги перед собой. И взяли себя под коленки аккуратно. Перемещаемся на спину. Носочки вниз, коленки на шею плечи, головой тянемся между коленей. И перейдем в левую сторону. Выдох в сторону, вдох на серединке. Потом в другую сторону. Ладушки, на коленке обратите внимание, что я не буду сгибать руки в локтях. Руки прямые, века на пояснице. Вперед, выдох, назад, вдох. И на выдохе, и на вдохе. Руки прямые в локтях. Сейчас готовимся к полным перекатам. Сделайте положение в пространстве своего тела так, чтобы сзади было безопасное пространство. Либо мягко гасить и остаемся на спине, либо руками снизу упираемся в область чуть выше коленок или коленки, так чтобы у вас ноги выпрямились и шея не напрягалась, мы стоим на плечах. То вместе со мной заветрился в этом положении потихонечку на спину. Кто лежал в это время на спине, так или иначе захватывайтесь под коленками. И мы потихонечку, полегонечку, ноги слегка согнули и мечемся вперед. И поправляя себя в пространстве, ступни ног собираем вместе, захватываемся за ступни. Между колонными мышцами и бедрами 90 градусов мы потихонечку головой тянемся к ступням. Мягко. Если вы не касаетесь головой ног, то слегка растягиваем выдохи. На выдохе пытаемся без рывка потянуться вниз. На вдохе чуть-чуть приотпустить напряжение. Если у вас лицо ложится на ступни, то чувствуем, как кожа лба и кожа ступней начинает потихонечку выравниваться в температурном соотношении. Перехватываемся.
над лодыжками. Спину протягиваю назад. Мягко дыши. Руки остаются натянутыми, пошел живот вперед, грудь вперед, плечи назад, лицо вверх. В этом положении мы остались. В течение вдоха подтягиваем снизу промежность анальный сфинктер, растягиваем вдох, выдох поверхность. Глаза подзакатываем вверх, языком тянемся по небу назад. Голова ровно, ноги вперед, ноги на ширине таза, ладошки возле ягодиц, носки вперед. Пытаясь не подтягивать ноги к себе, поставим пальцы на ногах, ручки, и плавное движение головы вперед и выдох, назад и вперед. Выше открыто, голова вниз, выдох, вверх это вдох. После очередного движения вверх мы остаемся вверху. Смотрим вперед, пытаемся с одним другим локтем притянуть один ногу к другому. Поясница вниз, ягодицы вверх. Таз на весу, правая нога вверх. Без удара вниз. Левая. Обратите внимание, что я не приближаю следующее движение левую ногу к правой. Между кроножной мышцей бедра 90 и ноги на коленях прямых. Я таз не толкаю вверх. Правая. Вниз. Левая. Вниз. Ягодицы вниз и левая нога вперед и носок на себя. Закладываем за правую ногу. Выдох к себе, вдох вверх. Вверху ногу оставляем. Тянемся. Глаза прикрыты, в идеале полуприкрытые, веки не дрожат. Между верхним и нижним веком промежуток. На выдохе чувствуем лоб, на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего. Аккуратно. Правая шея. Вытянуть, вытянуться, на выдохе повести к себе. Вверху ногу расставили, тянемся. Вдох, выдох туда, тянется сильнее всего. Улыбнулись глаза, открыли и
Левая нога поближе к себе, правая перед ней, спинка ровная. Голова вниз, потом направо, потом не быстро назад, потом налево, потом мягко вниз. Четвертую часть движения за 4 секунды, полный оборот. За 16. Продолжаем вращать. И еще замедляем. Даем больше вытяжки силы. После очередного движения голову вниз, мы поменяем движение на обратно. Это налево, потом назад, потом направо, потом вниз. И потихонечку в три приема завершаем движение головы. Руки собираем в плотный замок. Когда у нас локти пойдут вниз, нужно будет телесно воображать между локтями пружину, которую мы сжимаем. На выдохе мы эту пружину сжимаем, на вдохе пружина расталкивает локти, а мы этому движению сопротивляемся. И в конце вдоха выгибаемся. Так несколько раз. После очередного раза вверх, мягко дыша, руки под подбородок и фалангами пальцев цепляемся снизу под подбородок и челюсть, лицо вверх, локти вместе, это выдох. Продавливаем подбородком, расталкиваем локти в сторону, это вдох. Руки перемещаем на макушку. Макушку протягиваем вверх. Посмотреть в сторону, увидеть локтевой сгиб. Голову вернуть. Потом в другую сторону, увидеть локтевой сгиб. Голову вернуть.
ровненько и мягко, плавненько вниз. Сейчас будут перекаты. Что мы с вами делаем? Мы перемещаемся аккуратно по спине, захватываемся под коленки и сесть посмотреть на ступни. А потом мягко, плавно, не отрывая таза, позвонок за позвонком, осознанное движение на спину и взглянуть на живот. После очередного раза остаемся сидеть, внимательно смотрим на ступни. Аккуратно положили. Перемещаемся к локтям. И кончики пальцев на ногах у нас располагаются на краю коврика. И мы подползаем ягодицами пятка на доступную длину приближения. И правая рука в левую подмышку, левая в правую. И таз немножко поднялся. Голова немножко поднялась. Нам нужно отползти на лопатках назад. А потом подползти на лопатках к ступням. Дыхание либо естественное, либо половинка отползания вдох, полное отползание выдох. Половинка подползания вдох, полное подползание выдох. Если у вас хорошие легкие, то полное выдохление рук – это вдох, полное подползание выдох. Пространство за головой и перед ногами. Большие пальцы сжимаем в кулаки, а основание ладошек разворачивается друг к другу. Поднимаются головой, молодцы ноги и перекатываемся сбоку на бок. Выдох, движение в сторону, вдох посередине. После очередного движения мы остаемся с вами на спине, поправляем себя на спине, ладошки на бедра, спокойный вдох, спокойный выдох. И ноги вытягиваем вперед, ноги на ширине таза, параллельно друг другу, а руки над бедрами. Голову поднимаем, смотрим в направлении ступни. И пытаемся позвонок за позвонком присесть и управляемся в пространстве. Ноги сгибаем, захватываемся сверху за ступни. Ползаем ягодицами назад, пяточками вперед и так несколько раз до полного прибления ног. После чего голова у нас свешивается, шея расслабляется. Вдох, выдох туда, не тянется сильнее всего туда, внимание.
Держась за ноги, спину потянуть назад. Руками прогладим ноги. И пальцы у нас направляются вперед. И таз где-то полметра. Нас очень вперед. Таз поднимаем. Животом тянем на себя. Носки на себя и правая нога вверх. Оба носочка остро. Студня. Живот возможности повыше. И снова носочки на себя. Первая нога вверх. Носочки остро. Вниз. И живот вверх. Смотрим вперед. И колено вперед. Руки пытаемся подсогнуть, поясницы покинуться вниз и копиться вверх. Сели. Ноги. Руки. Ягодицы, пяточки, ягодицы, пяточки, ягодицы, пяточки, ягодицы, пяточки. И поглубже вниз. За большие пальцы ног, по возможности локти в сторону, взгляд вперед. Локти вниз. Держать за ноги спину назад. Ладошки под коленки. Носки вперед. Головой к коленкам, а дальше в себя. Подвернули. Подтянули ноги. Голову потянули в себя. Ладошки на коленке, плечи вверх-назад. Свободно. Ноги свободно, руки. На этом разминочная часть завершается. Надеюсь, что вы продолжите вместе со мной заниматься дальше. Подтягиваем ноги. Ноги чуть согнуты. Голова свешивается вниз. Отвисаем вниз. И начинаем покачиваться. Качнуться назад, ноги выпрямить. Это выдох. Качнуться вперед, ноги согнуть, это вдох. Так несколько раз. Представляем, что спина – это пористая губка. На вдохе, на вдохе мы впитываем в эту пористую губку золотистое свечение с тысячами, тысячами искр, бликов, спиралевидных окружностей. Так воспринимается жизненная сила или прана. А на выдохе все это перенаправляем в заднюю поверхность ног. Вдох, золотистое свечение всей поверхностью спины. Выдох сквозь спину, заднюю поверхность ног. Теперь оттолкнуться, потянуться головой вверх. Зацепиться ребрами за бедра, пройти вниз. После очередного движения головой вверх мы встаемся головой вверх. Глаза вверх макушки, язык в твердое небо. На вдохе чувствую макушку, на выдохе копчик. Представляю над позвоночником от макушки до копчика. Золотисто-белую, полыхающую, гудящую огненную дугу. И на вдохе дуга за пределами тела над позвоночником. Вспыхивает ярче, полыхает сильнее, а на выдохе эта самая дуга гудит
громче вибрирует ощутимее. На вдохе вспыхивает ярче, горит сильнее. На выдохе гудит громче, вибрирует ощутимее. Золотисто-белое, полыхающее, гудящее, огненная туга. Вытягиваемся вдоль ног, взгляд под нижний веко в сторону живота или паха. Кончик языка во рту упирается в десну за передними зубами. На вдохе чувствуем пах, на выдохе межбровье. Представляем тоненькую сверкающую струнку родниковой воды с огромной высоты, стекающую в каменную чашу. И на вдохе выставляем эту сверкающую струйку ярче, высоту падения струйки все выше и выше, а на выдохе падение в каменную чашу веса всей этой струйки ощутимее. Тоненькая сверкающая струйка родниковой воды с огромной высоты ледника, стекающая в каменную чашу. На вдохе струйка сверкает ярче, высота все увеличивается и увеличивается. На выдохе сила падения, вес струйки в каменную чашу. И потихонечку мы присаживаемся на основание пальцев ног. Разворачиваем руки к себе. И не в локте, но над локтями давим с вами колени. Смотрим перед собой. Сейчас мы активизируем точку, связанную с центрами околосуставной энергии в области над локтями. Активизация этой точки улучшает работу сердца и легких. Просто давим. Локти идут на переразгиб. Теперь большие пальцы в кулаки. Пятки идут к полу, кисти натягиваются на себя и вниз. Это соответствует вдоху. На выдохе поднимаемся повыше, кисти на себя, до упора к плечам и смотрим вверх, сохраняя равновесие. И медленно, аккуратно пятки к полу, кисти на себя, вдох. И кисти на носочки. На выдохе поджимаем еще снизу, формируем мула-бандху. Верхние точки остаемся, смотрим вверх. Дышим глубоко. Медленно вниз. Смотрим в пол перед собой, кисти жестко протягиваем на себя. Кисти. Упираемся. И поднимаемся на носки. И еще сильнее, чем раньше, толкая в область над локтями. Но смотрите, не переусердствуйте. При
принципе, можно попробовать сделать технику и посложнее, то есть либо остаться так, либо принять к сведению, что есть техника и покруче, как она выглядит. Это мы упираемся подбородком, вытягиваем руки, пытаемся руки ладошками вниз поставить. И упереться в область над локтями. Есть еще более сложный вариант этой техники. Выглядит он следующим образом. Можно тоже принять к сведению, можно попробовать сделать. Это одна нога ставится на подъем ступни, на вытянутый носочек, а коленка упирается в область над локтем, другая на основание пальца. И потом, перенося вес тела сильно-сильно в основание ладони, одна нога поднимается. И потом ноги меняются местами. Далее, у кого есть бакасана, можно сделать бакасану. Либо попробовать сделать бакасану с кистями, развернутыми на себя. И из того, что вы делали, кончики пальцев зацепились, на носочках поднялись, пытались переместить пальцы сильнее вперед и, сохраняя ноги прямыми, потянуться копчиком назад. Пальцем перед носочками, лицо вверх мягко дышит. Носки к полу, пальцы рук замятки. Пальцем перед ступнями носки на себя. Ладошки по ступне. Тянем. За большим пальцем ног локти тянем в сторону. Локти тянем к ногам. Носочки вместе, пяточки вместе, коленки предельно широко, на коврик, и руки через стороны вверх. Большие пальцы перекрещиваются, протягиваемся вверх. Смотрим снизу. В течение вдоха подтягиваем пространство промежности анальных сфинктеров малого таза. На выдохе немножечко расслабляемся в глубине таза, но вытягиваем руки вверх. Чуть сгибаем руки. Немного шевелим кончиками пальцев, расправляем пространство вокруг себя. Теперь коленки приподнимаем,
Руками разводим коленки сильнее в стороны. Пытаемся смещаться назад. За счет этого натягиваем руки. Ловим равновесие. Руки чуть выше плечей. Кольцо из указательного большого пальца. Вверх. Хотя бы на секунду посмотреть снизу вверх. Вперед. Коленки вместе. Пятки. Ноги у нас согнуты, ягодицы параллельно коврику. Руки идут в сторону. И мы плавным движением, пытаясь не создавать прогиб, присаживаемся. Плечи толкаем к ушам, поднимаемся на носочки. Еще сильнее таз выталкиваем вперед и смотрим снизу вверх, держим. Медленно носочки поднимаемся, смотрим снизу вверх. Смотрим вперед. Закрываем глаза. Стоим. Открываем глаза. Ставим пятки. Медленно сопровождаем руки вперед. Отталкиваемся от ног. Подвытягиваемся вниз. Снова оттолкнуться. Захватываем за большие пальцы ног. Локти в стороны, поглубже вниз. Локти к ногам. Потихонечку присаживаемся. Перемещаем ноги вперед. Беремся под коленки. Медленно, плавно. Укладываемся. Кладем затылок, ладошки перемещаем на коленки и коленки в стороны, к себе, вместе, от себя. Дышим плавно, естественно. Постепенно выходим на широкую амплитуду движения. С каждой окружностью шире и шире, приближаясь к своему пределу подвижности. После очередного утверждения меняем схему движения на противоположную. Одно движение полностью вдох, другое движение полностью выдох. После очередного разведения рук, ступни одна поближе к другой, и либо руки за лодыжки снаружи, либо на бедра, либо за лодыжки изнутри. Сейчас мы будем выполнять вакуумное втягивание живота после выдоха. Делаем выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот. И мы живот не дышим. Да, выдох, нефть, вдох.
ровно дыши. Выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот, втянуть и выплеснуть брюшную стенку. Выдох, легкий вдох. Дыши. И выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот, втянуть живот. Спокойно дыша, опорой ноги сопровождаем вверх и беремся либо под коленкой, либо выше в районе икроножных мышц, либо за носочки, либо за большие пальцы ног. Пытаемся крестец прижимать пол, таз и накрывать. Фиксируем это положение. И дальше мы не забрасываем ноги за голову, движение таза вверх, но седалищные кости и пятки в пределе на одной линии. Подводим ноги к себе, перехватываемся за боковую поверхность ног и вытягиваемся вдоль ног, лежа на спине. Вытягиваемся. Разводим ноги на ширине нашего плеча. И головой тянемся вперед. Колесом к полу, носочками назад. Руки изнутри к пяткам. И на доступную глубину разводим ноги, смотрим вперед. Если тяжело, можно перенести руки в область подколенок, либо в район икроножных мышц. Кто может продолжить, берите за носочки, продолжайте растягивать ноги. Если у вас носочки ложатся без помощи рук, то руки вертикально. Кто продолжает, беретесь за икроножные мышцы и докручиваете ноги на себя. Соответственно, в пределе это подъемы ступни, ложатся. Ноги подсгибая, проводим вперед и головой тянемся вперед. Носочки не сидят, кончики пальцев, ямки под коленками, икроножные мышцы в ладошке. Надо не дай, руками сопротивляемся. Область пульса в область под коленок. И носки острые. Руки по возможности к затылку, носки вперед, голова вперед. Аккуратненько перекатываясь вперед, ноги делаем вместе, выводим, по руке натягиваем. Ладошки вниз, пробуем глубже сгруппироваться на мышцах. Правую руку захватываем под коленку, левую руку поверх правой и снова. Меняем захват. Левая ближе к телу, правая поверх.
ноги разводя на ширину плечей, Голова внизу, так сверху. Отрицательно вниз. И мы снова начинаем поворачиваться, но меняем схему дыхания. Движение назад, выпрямление ног под коленками, это вдох. На выдохе ноги сгибаем, отрицательно вниз. Как если бы задняя поверхность ног ярко светила солнце, а на выдохе лучи сквозь живот добирались до спины. Потоки активизированной сухожильной энергии задней поверхности ног мы перенаправляем на здоровье внутренних органов в теле и на здоровье позвоночника. Движение назад – вдох, движение вперед – выдох. Захватили за ноги, потянулись головой вверх, потянулись телом вниз. Пробуем сесть, упереться ногами, посмотреть вверх, все снизу подтянуть, это вдох. Расстилание себя вниз, это выдох. После очередного движения таза вверх мы остаемся в вытяжке. Оттолкнулись. Сейчас у нас будет задержка после вдоха. Глаза будут идти вверх, язык твердое небо. И мы без прикрывания голосовой щели будем тянуть и тянуть после вдоха воздух уже полный объем легких. Делаем выдох, вдох. И не дышим, голосовая щель открыта. Выдох через рот. Скинули живот. Остались стянутым животом. На выдох легкий вдох, носочки вместе, пяточки вместе, коленки в стороны, и мы зацепились локтями в районе голени. И нужно перекатиться через кончики пальцев на внешние ребра ступней, все снизу подтянуть и толкая ягодицами в сторону пяток. Это первая часть движения, вторая. Ноги вместе, руки на кулаки. Перекат через кончики пальцев ног и снова ягодицами толкаем подъем. Итак, мы чередуем развести, перекатиться. Убить. Толкнуть. Ну и, соответственно, остались в этом положении. Либо тянем, либо руки на самые-самые кончики пальцев. И кто может себе позволить,
Ловите равновесие. Аккуратненько идем вниз. Теперь ступни ног раскрываются. Мы это положение фиксируем. И насколько получается, тянемся к ступням животом. Головой. Подмигиваем. Плечики вверх-назад. И правая нога, ребро кладется поверх левой. Пятки вместе. Руки сзади на кулаки. И мы, аккуратненько приподняв таз, садимся на перекрещенные ступни. Так, чтобы нога правая была в районе левой паховой связки немножечко снизу. Ноги предельно широко, все снизу подтянуто. Руки на коленке. Снизу подтягиваем промежность анальных сфинктеров. Теперь меняем положение ног. Соответственно, левая ступня в районе правой паховой связки. Наблюдаем за ощущением организма. Теперь ступни ног вместе, руки сзади в кулаки. И мы либо поднимаемся, отталкиваемся ступнями от пола, и толкаем таз вперед, в этом верхнем положении зависаем. Либо осаживаемся поглубже вниз. И дальше руки по мере готовности, по мере возможности подгребают поближе и поближе. В пределе пятки вместе, носочки вместе, руки у нас на коленке. Но будьте аккуратны. Ни создатели, ни авторы, ни распространители этого видеоматериала не отвечают ни за какие последствия, прямо или косвенно, связанные с попыткой выполнить те упражнения, к которым ваш организм пока еще не готов. Помните об этом. Амбиции свои немножечко усмиряйте. И доступный вариант фиксируйте. Далее. У вас есть выбор. Либо понаходиться вот в таком положении, с плечами вверх-назад отведенными, с фиксацией ступней, с растягиванием ног, с поджатием промежности анального сфинктера. Либо можно вернуться в первоначальное положение, с чего мы с вами начинаем. Это носочки поближе друг к другу, выход к мизинцам, все снизу подтянуто, и выталкиваем таз вперед. Ну, те, у кого есть полный вариант выворачивания ступней вперед, Мула Панхасана, могут попробовать вывернуть ноги так. Но опять же, будьте аккуратны, если вы ни разу не делали, это не значит, что вы это сможете сделать сейчас. Но также не значит, что вы не сможете сделать. То есть попытайтесь что-то такое зафиксировать. Либо в пределе это еще и кангасана. Выглядит этот ужас нашего городка.
С того, что было, потихонечку выходите. Немножечко отпрыгнув от рук. И руки мы разворачиваем к себе кистями. Коленки приподнимаем, пятки толкаем к полу. Таз толкаем вверх. Приблизить руки на ширину кисти, сделать то же самое. Либо повторим доступный вариант, либо кисти вместе, голова попробует засунуться между рук. Разворачиваем кисти, либо по одной ноге подходим, либо мягко, пружинисто подпрыгиваем. И оттолкнуться от ног, потянуться лицом вверх. Вытянуться вниз. Пальцы рук под пятки. Кончики пальцев, область под коленками, ладошки, поконожные мышцы. Мы присели, плечами легли на коленки, а пальцы на ногах подтянули к пяткам. И пытаемся изо всей силы столкнуть с места ступни. Ладошки разворачиваем центрами вперед, и областью пульса помещаем в области под коленками. Присаживаемся, тянем мочи запястья. Пробуем засунуть между коленом, потянуть к вискам, либо за ноги, за тыльку. За мочек. Вывернутым копчику от ног вытяжка, отталкивание пальцем перед носками, носки на себя, лицо вверх, ладошки под ступни. Кому это мало, то между пальцами, дымочками, между средними и безымянными поближе к пятке. И указательные большие пальцы в плотное кольцо. Фиксируем либо это, либо единицы из практикующих. Счастлив, что, допустим, это те, кто смотрит это видео. Под ступни под плечи. Если это делаете, то кисти меняются. Перехватываемся на подъем ступни. И из того, что делали, за большие пальцы ног, локти в сторону. Надо. Носочки, пяточки, пальцы рук. Коленки на вдохе в сторону, на выдохе вместе. И из этого положения мы с вами будем вставать. Руки на коленки. Руки в замок. Затылку и
Коленки в сторону, стоя на носочках, коленки вместе. Таз пытаемся вперед толкать. Пятки полуруки вверх. Смотрим снизу, поднимаемся на носочки, опускаемся на пятки вверх, вдох и выдох. На носках стоим. Тянемся стрункой. Смотрим вперед, глаза закрываем. И стоя на носочках, руки. Пробуем сгруппироваться, потянуться вниз. Пятки пол, смотрим вверх. Ребра к бедрам, голова вниз. Снова толкнулись. За большим пальцем локти в сторону. Надо. Мягко руку вниз. Ноги перед собой. И замочек моих ног. Мягко, плавно. Затылок пол. Подошли в пол, ноги вверх, по отношению к полу ноги на 60 градусов, дышим, 45. От пятки до коленки вертикаль. Пытаемся крестец пол напряжать пол. Мягко дышим. Отпускаем. Пятки поближе к краю коврика. Таким образом, чтобы между кружной мышцей бедром был градусов 100-110. Руки большими пальцами в кулаки. По возможности нужно давить не от таза пятками по коврику, а от потолка сквозь носки в коврик под прямым углом. Мы поднимаемся, думаю, желательно сопротивление ног. И 60 счетов держим счет раз. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Аккуратно таз, руки, крест, ладошками вниз, носочками себя, носки на. Ага.
Левая пятка приподнимается, смотрим налево. Серединка. Носочки налево, смотрим направо. Серединка. Особенность такая, мы за пальцы постоянно тянем себя в сторону. Руки в замок, голову вверх, вперед на плечи, а вдохи чуть назад. Руки в замок, замок за голову. Жесткое выпрямление, носки на себя, пытаемся не прогибаться в пояснице, фиксируем 60 шагов и раз, 10, 20, 30, 40, 50. 60. Ноги на 6 пазов. Руки в крест ладошками вверх. И правая рука на левом, на выдохе. На выдохе мягко проглатываем. Укладываем в сторону. Соответственно, левая нога на выдохе. И мягко проглатываем. Укладываем в сторону. Улучшаем лимфоток, кровоток в области грудных желез. Также улучшается работа сердца и легких. Главное. Постепенно это дело мы с вами заканчиваем. Ноги мягенько, плавненько. Через стоны поднимаются вверх. Беремся за носочки, либо за большой пальцы ног. Тянем крестец к полу. Начинаем натягивать ноги на себя. Тянем. Захватываем за боковой поверхности ног. Вытягиваемся вдоль ног. Либо так, либо ладошки пятками пытаемся ноги дотянуть, поставить за голову носочек и одновременно крестец к полу. Либо побудьте в этом положении, либо кто может упереть обе ступни себе в предплечье, упирает, и ноги пытаются вытянуться. Ну, потому что еще можно носочки делать острыми. Либо фиксируйте доступный захват, либо поменяйте упор другого предплечья. Ноги на ширину плечей, руки снизу. Голова поднимается, смотрим вперед. Ноги разводим спину. Тянем крестец. Пятки вперед, носки на себя, бедра по одному, плоскости, локти вниз тянем. Дальше будет вариант. Либо ступни соединить, захватить доступный вариант замка и тянуть ноги в сторону паха. Если хватит и продолжить, у вас совмещается мизинцы и внешние кромки за большие пальцы ног. Если вам этого мало,
то ступни тянутся в сторону живота. Если вам и этого мало, но это уже техники, относится к повышенной сложности, можно ступни уберечь в плечи, пытаться расталкивать коленки в сторону. А кому и всего этого мало, кому не мало, в том варианте, что есть, хотя бы просто приближение ступней фиксируйте. Можно попытаться выполнить кандасану, лежа на спине. Голова идет вперед, пятки к макушке, смотрим вперед, мягко дышим. Ну и, соответственно, побудьте в этом положении, кто может себе завести ногу за голову, можно попробовать это сделать. Ну, меняйте захват. Ну, соответственно, кому и этого мало, остальные могут отдохнуть, посмотреть. Выполняется завод ноги за голову, но через плечи. Это техники уже такой повышенной, я бы назвал это цирковой сложности. Это, смотрите, одна нога идет с помощью руки за голову. Так что плечо торчит наружу. Ну, соответственно, получилось, если с одной ногой, может получиться и с другой. Ну, максимально сложным вариантом раскрытия тазобедренных суставов лежа на спине будет являться обоюдная фиксация ступней в области подмышек. Мне остается пожелать только удачи в практике этих сложных курсов. А мы, соединяя ступни вместе, пытаемся выпрямить ноги и потянуться вдоль прямых ног. Теперь, захватившись за большие пальцы ног, качнемся назад, качнемся вперед
Либо так остаться и побыть в этом положении, либо с двумя нас. Кто продолжает время для группировки, это захват запятки, либо развести в стороны, перекатиться на седалищные кости. Совместить ноги, сгруппироваться. Мягенько, плавненько приотпустить и руками отталкиваясь от ягодиц, проводимся на спину, упираемся ладошками в пол, ступни параллельно друг другу устойчиво, поднимаем глаз на выдохе, в конце выдоха плотнее отталкиваемся ладошками, опускаем на вдохе. Включаем руки, поднимаем таз, поднимаем руки, это вдох, опускаем таз, опускаем руки, это выдох. Захватываем за лодыжки снаружи, приподнимаем таз. Отпускаем, проводим изнутри под пятками, захватываем за лодыжки изнутри. Совмещаем ноги, совмещаем кисти. Разводим ноги. Замочек водный, замочком отталкиваемся. Замочек выворачиваем. Поднимаемся носки, большие пальцы, кулаки засовываем под пятки. Вот. Пытаемся ягодицы расслабить и дышать животом. На вдохе живот округлять. И считая про себя либо до 6, либо до 8, делать выдох, живот сдувает. Ну и кто может после выдоха, задержка дыхания на 4 счета. Итак, вдох на 4 счета про себя. Выдох на 6 счетов или 8, после выдоха задержка дыхания с попыткой подтянуть живот и расслабить ягодицы. Большие пальцы в сторону позвоночника пытаемся развернуть. Локти сделать один поближе к другому. Ноги по одной, выставить вперед.
ноги аккуратно подкинули и коленки вместе направо, левая ступня поверх правой, левая рука в сторону. На вдохе чувствуем левую руку, на выдохе левую ступню и жмем направо, мягко дышим. Левая ступня уперлась, правая рука пошла через верх, ладошка вверх, тянем. Кому этого мало, можно взяться в замок, замок вывернуть. И кому этого мало, ступни сделать параллельно друг другу и таз приподнять, посмотреть за левое плечо. Аккуратненько, мягко, плавно. Из того, что выходим, обе коленки перемещаем налево. Правая ступня поверх левой, левая рука на правую коленку, правая рука на правую. На вдохе правая рука, на выдохе правая ступня жмем налево. Правая ступня упирается. Пошла на спину. Либо просто правую ступню поставьте, либо собираете руки в замок, либо замок выворачиваете, либо ступню правильно друг другу, таз приподнимаем. Смотрим на правое плечо в сторону замочка. С того, что было, аккуратненько возвращаемся, берем себя за ягодицы. И поднимаясь на руки, нас отталкивает от себя. Ну и продолжим наш экскурсовый гость йоги описание вниз. Носки вместе, пятки вместе, все снизу подтянуто, коленки в стороны, руки вперед, держим. Нижний полумало, захват за пятки, носом и поднимемся с семьей носочком. Нижний полумало, локти упираются в ноги, лицом вверх. Либо ладошки к бедрам, либо тыльные стороны, либо захват. Пределе это обоюдный захват за запястья кистями. Продолжаем все снизу подтягивать. Присаживаемся так, чтобы сзади большие пальцы ног были вместе и сели на пяток. С ногами предельно широко. Если больно коленки, можно развернуться на коврике так, чтобы коврик был под коленкой. И желательно не поднимая таз, формируем арку и аккуратненько идем вниз. Кто может подбородок или грудь положить, руки локтями изгибаем, накладываются на коленки и большими пальцами мы скользим в сторону голени. Так фиксируем. Кому этого мало, ладошки сверху за пятки. Ну, соответственно, остаемся в этом положении.
кто может продолжить, это носочки в стороны, коленные мышцы бедра 90, грудь к полу, и коленками разъезжаем в сторону. Уже сел под коленки. И кто сможет, может еще попробовать для плеч вместе. Локти поближе к телу. И ноги наползают на предплечье. Кто делал сложные формы, один носочек другому, через грудную спину. Повисаешь, обнимаешь. Левая рука за спиной, бедра, правая к левой коленке. Смотрим за левое плечо. Себя, коленки вместе и пытаемся сесть на мой пяток. Кому этого мало, носочки в стороны. Попытка сесть так. Теперь косточки на ногах пробуем соединить и присаживаемся седающими костями для пятки. Либо просто посидеть, либо указательный средний большой палец рук. Захватывать за большие пальцы ног и плечи толкаем назад, один локоть к другому. И произвольно перекрещиваем руки за ним. Захватываем за противоположные большие пальцы и плечи толкаем назад. Упредельно четыре стороны кистей упираются. Мягенько, плавненько. Отталкиваясь руками на пяток, приводим себя на локти. Продолжаем движение. Ложимся. Руки свободно, махнут обратно. Мягко, спокойно дышим. Кому этого мало, могут сделать следующее. Аккуратно руку, правда, перевести за спину. Захватиться в замок. И замочек вывернуть. Если это получилось, то левая рука подгибает пальцы правой и локтем тянется к полу. Соответственно, левая. На локтях и головой тянуться к ногам. Либо на доступный вариант приближение, либо с касанием лбом. Ноги поставить, левая рука упирается в пятку, правая идет, и пола не касаясь, мы левым локтем упираемся в пол, левой ладошкой в пятку. Подвытягиваем себя, смотря в левую плечо.
обе пятки доступны мне от группировки. Коленки поставить, пиво. Ну, либо глубже слабоние, чем делали раньше, пытаясь расслабить поясницу. Либо поусложняем все задачи. Первое усложнение это будет перекатываться так, чтобы ладошки уперлись под подъем ступени. И вот голову потянулись назад и коленками друг к другу. Потом другим из них поднимается под ступни и фиксирует себя за таз. Ну, ежели всего этого мало, только в этом случае. Собирает руки в замок на животе. Тихонечко уходим вперед. В качестве компенсации у нас будет с вами плуг. Аккуратненько ложимся. Ноги параллельно друг другу, пойдут за голову. Руки ладошками снимем. Руки в замок, замок плачем. Руки под ступни. Пятки под тело. Носочки острые, подушки вместе. Руки в сторону, коленки к вискам. Руки через верх, ладошками в сторону висков, локтями в сторону. И кому этого мало, то ладошки на пятки, коленки уши к вискам. Ладошки снизу, либо чуть выше коленок, либо куда упрутся, главное, чтобы руки выпрямились. Позвонок за позвонком мы себя укладываем, ладошки скользят по ногам. Мы еще немножко подвытягиваем носочки от плечей, а крестец к полу. После чего носочки на себя и ноги не быстро, плавно, медленно опускаются вниз. Если есть необходимость, то поправляйте себя на кубики. Ноги вместе, носки на себя, кончики пальцев либо за бедра, либо под ягодицы. Приподнимаемся, прогибаемся, дышим. Либо так и остаемся, либо большие пальцы, кулаки, кулаки вертикально. Если это мало, пальцы вокруг головы, голова поближе к копчику.
Муку лето мало, то за муку отколали. Руки нашли не тазом, прогиб. Компенсируем движение головы вперед. На выдохе чуть вперед, на вдохе чуть назад. И плавным движением из-под подмышек руки выводим в сторону. Мягко, спокойно дышим, глаза закрываем, готовимся к шавасане. Голеностопы и передние стороны кистей.
Ощущаем лодыжки и запястья. Ноги от лодыжек до коленей. Руки от запястья до локтей. Ощущаем колени и локти. Ноги от коленей до тазобедренных суставов. Руки от локтей до плечевых суставов. Тазобедренные суставы и плечевые суставы. Подмышки и паховые связки. Чувствую всю нижнюю поверхность тела, соприкосновение нижней стороны тела, коврика и пола, боковые стороны тела, переднюю и верхнюю сторону тела, соприкосновение боковых сторон тела, передней и верхней стороны тела и воздуха вокруг. Полностью освободиться, лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой. Глубже погрузиться в покой. Покой сознания, телесный покой, покой окружающего нас, море энергии, океана сил. Глубже погрузиться в покой, лучше расслабиться, полежать, расслабляясь и улыбаясь. Лежим, дышим. Расслабляемся и улыбаемся. Чувствуем всю нижнюю поверхность тела. Соприкосновение нижней стороны тела, коврика и пола. Боковые стороны тела. Переднюю и верхнюю сторону тела. Соприкосновение боковых сторон тела. Передней и верхней стороны тела и воздуха вокруг. Чувствуем, чувствуем, чувствуем. Ощущаем копчик и макушку. Крестец и затылок. Поясницу и шею. Область почек, область лопаток. Область надпочечников, область между лопаток. Позвоночник. Позвоночник снаружи. Позвоночник внутри. Позвоночник в глубине. Позвоночник в середине, позвоночник в самой сердцевине, позвоночник во всей длине, от копчика до макушки, от макушки до копчика мы чувствуем все позвоночник. Это позволяет именно тебе прямо сейчас полностью освободиться, освободиться полностью, полностью освободиться. Для того, чтобы лучше расслабиться, потому что расслабиться лучше. Глубже погрузиться в покой. Покой сознания, телесный покой, покой окружающего нас, море, энергии, океаны, силы. Полностью освободиться. Лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой. Глубже погрузиться в покой, лучше расслабиться, полежать, расслабляясь и улыбаясь. Лежим, дышим, расслабляемся и улыбаемся, позволяя себе, позволить себе же немножко полежать, расслабляясь и улыбаясь. Чувствуем всю нижнюю поверхность тела. Соприкосновение нижней стороны тела, коврика и пола. Боковые стороны тела. Переднюю и верхнюю сторону тела. Соприкосновение боковых сторон тела,
передней верхней стороны тела и окружающего нас пространства. Чувствуем, ощущаем. Копчик и макушку. Пролежности кожи головы. Лобковые кости лоб. Половые органы и межгрудье, пупок и горло, основание ребер и ключицы, ребра, левый бок, спокойный бег, равный, весный, удары сердца. Правый бок, отголоски спокойный, равный, весный. Удары сердца. Середина, грудь. Свободное, естественное, равное, нервное дыхание. Из груди внимание в живот. В животе тепло и темно. Теплую темноту в глубине живота. Окрашен золотистый цвет. С каждым очередным выдохом теплые волны. Приятные ощущения растекаются из глубины живота по всему телу, принося с собой ощущение теплой золотистой наполненности, целостности, однородности, ощущение спокойной уверенности в себе и своих силах, чувство радостной умиротворенности. И мы лежим, дышим, позволяя себе полностью расслабиться, позволяя сознанию нырнуть в тело, словно в теплое бархатистое одеяло, ощущением тела слиться с восприятием окружающего пространства, чтобы взамен чувствованию тела пришло ощущение едва уловимой пульсации естественного дыхание. И мы лежим, дышим, позволяя себе полностью расслабиться и насладиться наступившими внутренними тишиной и покоем. Лежим, дышим, получаем удовольствие от процесса расслабления, расслабляемся и улыбаемся, позволяя себе позволить себе же немножко полежать, расслабляясь и улыбаясь. Сейчас мы уже лежим, расслабляемся, улыбаемся, позволяя себе, позволить себе же немножко полежать, получая удовольствие от процесса расслабления, наслаждаясь наступившими внутренней тишиной и покоем. А когда придет пора, не сейчас. Сейчас мы лежим, расслабляемся и улыбаемся. А когда придет пора по завершении занятия вернуться к своим естественным, привычным для тебя ощущениям, отдохнувшими и наполненными жизненными силами, возвратиться в свое нормальное, бодрствующее состояние сознания, восстановившись буквально на клеточном уровне, вернуться в это тело, в это место и в это время, полноценно усвоив все полезные воздействия проделок, оздоравливающих упражнений и развивающих техник. Когда ты вернешься, с каждым днем во всех отношениях тебе становится все лучше и лучше. Все, что происходит, идет тебе на пользу и для твоего высшего блага. Ты любишь и полностью принимаешь себя. Эти позитивные утверждения сказаны сейчас на благо тебе. По завершении занятия останутся с тобой. Глубоко внутри тебя, в твоем подсознании, и будут продолжать каждый день различными способами вызывать,
позитивные изменения, направленные на улучшение твоей жизни и здоровья. Это хорошо, это правильно, это приятно. Когда ты вернешься в нашу привычную бытовую повседневную реальность, отдохнувшими, наполненными жизненными силами, твое сознание будет чистым и ясным. Чистым и ясным. Чистым и ясным. Голова светлая и легкая. Светлая и легкая. Светлая и легкая. В теле начнет ощущаться прилив жизненных сил и бодрости. Жизненных сил и бодрости. Жизненных сил, бодрости. Настроение будет прекрасное, самочувствие великолепное. В теле у тебя обязательно начнет ощущаться. Начнет ощущаться у тебя обязательно. Обязательно у тебя ощущаться начнет освежающий прилив жизненных сил и бодрости. Это хорошо, это правильно, это приятно. А пока полежи еще немного. Пока звуки, окружающие тебя, проникающие в тебя, отражающиеся внутри, рождающиеся в глубине, любые звуки и даже паузы, тишины между звуками уже помогают тебе полноценно усвоить все полезные воздействия проделанных, оздоравливающих упражнений и развивающих техник. Звуки помогают тебе, работают на тебя, позволят ему случаться и происходить. Полежи, расслабляясь и улыбаясь. Лежим, дышим, расслабляемся, улыбаемся. Звуки помогают тебе, работают на тебя. Побудь в этом процессе. Позволь этому случаться и происходить. Просто будь.
своим привычным, естественным для тебя ощущениям, отдохнувшими и наполненными жизненными силами. Пальцами рук. Выполняем глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий, полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий, полный вдох во все тело. На выдохе чувствуем глубину себя. Спокойно дышим. Спокойно дышим. Глаза открываем, левую ногу сгибаем. Ложимся на правый бок. Обе руки под ногу с правой стороны. И левой ногой растираем правую. Подъем ступни по подошвенной части. Чувствуем, как эти растирания ощущаются телом. Воспринимает сознание. Все это одновременно делаем сознанием и сознанием делаем. Чувствуя, что после выполнения всех этих оздоравливающих упражнений, развивающих техник, мы ставим расслабленнее, спокойнее, внимательнее, собраннее. В теле уже начали, вот-вот начнет ощущаться освежающий прилив жизненной силы, бодрости. Настроение прекрасное. Самочувствие великолепное в теле, у тебя освежающий прилив жизни, силы, бодрости. Полежи еще немного с открытыми глазами, наблюдая за своим сознанием, мыслями, за своим настроением, ощущениями в организме, чувствуя, что появилось нового после выполнения этих техник и упражнений, в ощущениях себя, в общем самочувствии, в мыслях, в самовосприятии. От начала практики до настоящего момента. Параллельно самонаблюдением, вспоминая занятия, наиболее существенные, чем-то запомнившиеся, почему-то вспоминающиеся эти моменты сегодняшнего занятия. Так оно лучше усваивается и больше пользы приносит в дальнейшем. И в практике, и в жизни. Присаживаемся.
То, что я вам показал сегодня, это не догма, а повод для размышлений и экспериментов. Если что-то выполнить не смогли, ну что ж, это перспектива, к которой можно стремиться, а можно не стремиться, просто принимать ее к сведению. Надеюсь, что вдохновил вас на путь творческого саморазвития. С вами был Владимир Калабин, и это топ видеоэнциклопедии номер 13. Укрепление суставов лодыжек, коленей и тазобедренных. До новых встреч!